Всем привет! Сегодня мы рассмотрим упражнение, в котором работает передний и средний пучок дельт. Называется попеременные махи с гантелями. Смотрим внимательно. Очень важно в этом упражнении, чтобы локоть смотрел в сторону. Если он будет смотреть вниз, то уже не средняя, а передняя дельта будет в упражнении работать. Движение выполняем до уровня плеча, выше не надо. Всем спасибо, до свидания.